Высоко держит. О, хороший прорыв. Нужно достать мяч. На воротах Сергей Рябинин. Ну что, ждем свистка. Удар. И счет открыт. 1-0 впереди Норман. Все выше к воротам они и ближе. К воротам соперника. Но заброс Скворцов. Отличный. Вот это да! Невероятно! Что мы увидели? Минуту-полторы назад видели в исполнении Нормана. То же самое проделали. Ну, попытка раскачать всю команду целиком. Гребенщиков пробивает. Гребенщиков забивает. Очень быстро развиваются события. Подножка, но тут Денисов выходит. И тут Еник справа. Замыкание. Гол. Джилеру Еник Ансельсамплей увеличивает преимущество своей команды с передачи Денисова. 3-1 на табло. Что мяч, Джигириная пробивает его. Неприятный рикошет, но гол есть гол, да. На месте был Бородин, но Джигирина пробивал. И Джигирина, Скворцов. Мустафин через себя. Отличный гол! Вот это да! Возможно, Денис Мустафин смотрел матч с Украиной, где финальный гол как раз-таки Сургутянин забил. Ну, игрок сборной России, но 3-3 счет сравнивает, но это Денис Мустафин, он сам по себе. Разбег, удар, 4-3. Денис Мустафин выводит вперед команду «Факел ГТС». Это уже дубль. Рябинин, Серегин. Опасно. И Низамов пасует на Серегина. Серегин забивает пятый для своей команды мяч. Счет становится 5-3. В пользу команды «Факел ГТС». Убрал и по центру проходит. Да, Курсов пробивает. И замыкает Скворцов. 6-3. Скворцов и капитан команды. Пока что Джигириная. Штанга. Да что такое? Ну, Мустафин. Мустафин на добивание оказывается. 7-3. Хитрик Мустафина. Но не без труда, конечно, это получилось сделать. Нижегородцы и к этому прилагали усилия. Гол! Забить гол, атаковать ворота гостей. Передача. И Фурсов делает дубль. А, прошу прощения. Фурсов забивает свой первый гол. 8-4. Матч завершен. Будьте здоровы и болейте только спортом. Меня зовут Никита Васильев. Пока.